Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы привиться. Корреспондент «Видное ТВ» Екатерина Борисова. Человек целеустремленный, отзывчивый и очень ответственный. На телеканале работает уже почти 3 года. Выезжала на репортажи и в тяжелый для всех карантин. Мысль сделать прививку возникла еще тогда. А как только поняла, что испытывать судьбу достаточно, пошла и сделала. Первыми вакцинировались мои родители, которые медики, которые, в общем, на себе испытали это и сказали: «Кать, все хорошо, мы все источники прочитали, в общем, на форумах прочитали, с врачами поговорили, в общем, бояться нечего». Екатерина не скрывает, что поствакцинальные осложнения после первой прививки у нее были. Возникало ощущение, будто слегка простужена. Но к концу 2-х суток все прошло. Через 21 день она прошла завершающий этап в пункте вакцинации на территории торгового комплекса «Красный камень». Это недалеко от работы. Я считаю, что все последствия после прививки – это все ерунда по сравнению с тем, что может человек ожидать, если он заболеет. В этот же день, к примеру, коллеги последовал главный инженер телеканала «Видное ТВ» Константин Брылов. Все понимают, что вакцинация – это лучший выход для тех, кто не хочет повторения пандемии. У меня упали антитела до нужного уровня. Я подумал, что лучше я сейчас привьюсь, чем еще раз буду переносить заболевание в тяжелой форме или в средней форме. В торговом центре «Лента» на Старонагорной пункт вакцинации открыт недавно. Но врачи уже отметили растущую активность желающих привиться. Доктора считают, что причиной может быть в том числе и забота о старшем поколении. Почему пошла такая активность народа сейчас? Потому что они уже, ну, где-то кто-то соседи провакцинировались, у кого-то родственники вакцинировались. У некоторых родственники прям настаивают на вакцинации, особенно взрослого населения. Для многих жителей Ленинского городского округа прививка – реальный шанс избежать долгого лечения от тяжелой болезни в дальнейшем. Ведь те, кто прошел через подтвержденный диагноз, знают, что восстановление занимает больше года. У нас дети, у нас внуки, и поэтому я просто очень хочу, чтобы быстрее все люди привились, и мы перестали наконец-то болеть. Для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы более 60% жителей сделали прививку. Врачи готовы принять всех желающих в 13 пунктах вакцинации, что открыто на территории муниципалитета. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».